продолжение Чикаго. Камеру выставить надо, чтобы нормально все было. Давайте так вот как-то. Извините. Это капец. Не профессионал я, не профессионал. Друзья, я не блогер, знаете. Я просто человек, который имею хобби. Так, дядя, пропусти меня. Пропусти, пропусти. Мы сейчас как раз спираемся в центр города. И вот почему я не люблю Чикаго. Одной из причин. Видите, что творится? Уже начинается сгущенка. Мы как раз будем ехать в центр, вот вид центра. Давненько я уже так не ехала, поэтому... Ну, проедете со мной, посмотрите Чикаго. Здесь вечные трафики, вечные. Вечно что-то... Что-то происходит, что-то... А после двух, то вообще капец. Даже час, вот после обеда уже все. Не проехать, не пройти. Здесь, похоже, линии закрывают работники, дорожники. И все. И уже начинается паника. Как раз там центр, видите? Даунтаун. Американцы называют центр города даунтаун. Так не думал, вы сегодня побывали в Чикаго со мной. Круто, да, в наше время? Можно не выходить из дома. Из дому. Из дому. И побывать где-то, да? Ах, это ж русский язык. Как нельзя его правильно выговорить. Я не знаю, почему я еду без музыки, но я еду без музыки. Это что-то не мое, да? Не моя тема. Ну ладно, я вам здесь побла-бла немножко, да, рассказываю. Музыка когда будет мешать, наверное. Мешать будет немножко. Вон метро погнало. Чикаго метро тоже ходит. Все
все гонят так. Я здесь боюсь, здесь 45 показывает ехать надо. Люди гонят, я вижу, не боятся. Здесь камеры стоят эти, что тебе фоточку вышлют. Полицейским не надо стоять тебя за твоей движухой смотреть. Они тебе фотку вышлют и все. Ну не знаю, боюсь я так гонять. Люди гонят. Не боятся ничего. С левой стороны большущий стадион там, по-моему, Red Sox, кто знает бейсбол этот, да? Проехали. Красные носки.